Снова здравствуйте. И с нами сейчас Татьяна Куницына, представляющая Орловскую область. Татьяна, скажите, с какой целью вы приехали на данный фестиваль? Я думаю, что я не скажу что-то для удивления. Конечно, мы все приезжаем на такого формата мероприятия для того, чтобы показать наши замечательные предприятия, которые выпускают качественную натуральную продукцию, чтобы они вышли на новые рынки сбыта. Это на международные рынки и на российский рынок. Это основная наша задача. На нашем стенде это орловская продукция, и вы увидите кондитерские изделия, крупяные изделия. Мы представляем и оборудование для холодильное для тех, кто использует данный вид оборудования. Хотелось бы всех привлечь внимание к нашему стенду, так как мы первый раз выставляемся региональным стендом, и нам очень нравится организация данного мероприятия, потому что здесь все интересно, здесь все лаконично, мы находим новых партнеров, и мне отдельное спасибо организаторам данной выставки. Благодарим за такой интересный формат общения и, конечно же, за организацию. Сколько компаний представлено от Орловской области в этом году? Орловская область представляет региональный стенд, в который входит 6 предприятий. Там и средний бизнес, и малый. У нас индивидуальные предприятия, которые хотят свою продукцию представить на российские и международные рынки. Замечательная продукция, экологически чистая и качественная. Татьяна, спасибо вам огромное. Оставайтесь.